Не мешать. Такое требование полицейским выдвинули янтарные старатели Зареченского района Ривненской области. Несколько сотен людей собрались возле райотдела полиции после конфликта, возникшего сегодня утром в селе Боровое. Подробности у Инны Белецкой. Зареченское отделение полиции. За забором сотни старателей пришли требовать наказания для местных полицейских. Дескать, служители закона бросали светошумовые гранаты у сельской школы в Боровом. Дети вышли из школы, такие привезли с утра. Начали кидать шумовые гранаты. С излучивым газом кидать. Что делать? Школьники начали школы. Школы там, автобус школы, они в центре стреляют травмостромата. И люди возбудились и поехали. Понимаете? Мы хотим сегодня домогтись в цьому, да, чтобы сотрудники полиции, СБУ не брали взятки. Мы всегда дамо для людей, на лекарню, на АТО. О том, что было утром до событий у школы, селяне говорить не хотят. В оперштабе рассказывают, проводили отработку в селе Боровое, где постоянно стационарно работает до сотни мотопомп. Это не понравилось местным. Они пытались перекрыть дорогу. Была спроба блокування, однак будь-яких тілесних ушкоджень ніхто з працівників поліції не отримав. Було озвучено претензії до місцевих працівників Зріченського відділу поліції щодо незаконної їхньої діяльності. По даному факту буде призначено службове розслідування. Вот фотографії того, що застали поліцейські на місцерождении в селі Боровое. У перштабі обіцяють розібратися, бросав ли хтось із поліцейських гранати. Операцією руководив начальник Зріченського відділення поліції Сергій Кирянов. Мить, хочуть мить і все. Що ще кидали? Стріляли, що ще наказали? Ішла ціла колона. Хто там кидав, куди кидав, розберемося, подивимося. Не устраюйте цирк, я вас прошу. Не устраюйте, так було. Це буде показано на всю Україну, а ви... Хай показують, що ви таке зробили, ви стріляли. То ж ви таке зробили, ви таке зробили. Це бабло сібали, давайте деньги їм. А зараз вже він не брав бабла і не стріляв. Но действия полицейских не главная причина протестов. Люди просят, чтобы их не трогали и дали возможность работать. Говорят, из-за войны потеряли единственный заработок. Раньше ездили в Москву на стройки. Не, мы туда не поедем, потому что не наши люди. Они до нас отвоевывают нашу землю. Они нам уже сделались враги. И утверждают, платят за работу каждой помпы. Суммы называют разные, от 100 до 500 долларов. Но кому именно, полиции или криминальным группировкам, говорить наотрез отказывается, чревато последствиями. Поймите, люди, правильно нас. Мы у каждого, тут семьянина, каждого, кто дети, даже есть по 18, по 19 років, которые работают, добывают деньги. С нас эти деньги приезжают, забирают, тупо забирают. Почему тут будете? Власть приезжает, тут вот, в каждого есть, стоят помпы. В каждого. Да. Из полиции есть ровно, в каждого стоят помпы, которые на них роблят. А тут как нам выжить? Через несколько часов селяне разошлись. В администрации им пообещали, на следующей неделе объедут все села и поговорят с людьми. Отдельно прошла встреча старателей с полицейскими за закрытой дверью. Что пообещали им правоохранители, неизвестно. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Ривненская область.